На строительных объектах Хабаровского края работают студенты из Приморья и Сибири. Федеральная сетевая компания провела эксперимент по возрождению студенческих стройотрядов. Всего по стране было сформировано 15 стройотрядов из различных вузов России. Два из них работают на энергетических объектах Хабаровского края. Представителей хабаровских вузов среди них пока нет. Первый раз стройотряд. Ну, раньше слышал, вот хотелось всегда попробовать. Ну и на практику как устроиться. Алексей приехал в студенческий стройотряд из Томска. Его специальность – электроэнергетика. Здесь собирают и устанавливают опоры для новой линии электропередач. Студенты трудятся только вместе с квалифицированными рабочими. Но такую промежуточную опору могли бы теперь собрать и сами. Правда, сегодня у стройотряда новое задание. Первый раз собираем такую. Ну, это просто там простую опору могли бы, а эту так, анкерная, она сложная. К началу июля в Хабаровский край приехали два стройотряда из Томска и Владивостока. Вдали от дома они проведут в общем полтора месяца и получат за свой труд по 45 тысяч рублей. Ну, здесь у нас роба обычно висит. Здесь мы спим. У нас как вагон разделен на две части, то есть там 4 человека и здесь трое. Среди рабочих только парни. Представительницы прекрасного пола для тяжелой физической работы все-таки мало приспособлены. Да и наверняка с приходом девушек начались бы проблемы с дисциплиной. А здесь с этим строго. После отбоя, смотришь, после 10 начинаю здесь бродить по городку. Все, ребята, вам спать, спать? Нет, нет, все. Замечание сделал. На следующий день, в воскресенье, везу их в спортзал. Отдыхайте, спортзала нет у вас. О возможности поработать на объектах энергетики студенты узнали в своих университетах. С их вузами заключила договоры федеральная сетевая компания. А вот учебные заведения Хабаровского края остаются в стороне. Почему, знают только в Москве. Филиалы решений о заключении договоров с вузами не принимают. Однако кадров не хватает повсеместно. Вообще технарей в России мало. Их надо учить, и не только теоретически, но и практически. Поэтому, наверное, их надо и присылать сюда, в строительные отряды, чтобы они постигали. Сейчас федеральная сетевая компания занимается энергообеспечением нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Он должен заработать в следующем году. В Сибири и на Дальнем Востоке строят нефтеперекачивающие станции, и каждый – подстанции для внешнего электроснабжения. К одной из них, 36-й, стройотряды и проводят электрические сети. Софья Коренева, Андрей Кузьменко для программы «Новости».